степени это относится к Станюте, не повторить тогдашний успех Али. Но это будет через полторы недели. А пока телекомпания НТВ Плюс продолжает трансляцию с французского городка Корбейль-Сан, где проходит неофициальный, но такой престижный турнир, часто именуемый неофициальным чемпионатом мира. То есть турнир как раз официальный, это этап мирового кубка, куда выше его именно неформальный, традиционный статус. Итак, Сильвия Метева открывает финал в упражнении с лентой. Кто-то аж взвизгнул там на трибунах.